экранах, в стриме, в зале, они вот здесь вот все собрались. Привет, привет, друзья. Привет, друзья. Привет, друзья. Я вижу в хорошем настроении. Нюк тебе понравился, я понял. Да. Ты любишь Нюк. Я люблю Нюк, но я его не играю просто. Ну и что будем с этим делать? Да. Играть, потому что есть на это определенные причины. Я не буду лишнего говорить. Не буду. На самом деле, неприятная ситуация произошла в том, что я не знал вообще, что на этом турнире мы, может быть, каким-то образом вообще будем играть эту карту. Почему? Потому что нигде таких правил не было. Это так сюрприз был. Сегодня меня удивили немножко. Но и все нормально. Будем браться на нюки тоже. Ты уже придумал пару тактик, все нормально. Да. Сеня, ну а ты что скажешь по поводу этой карты? Ты готов вообще? Ты, по-моему, в любом случае готов у нас. Да мы играли уже 150 раз в прошлом, в разных командах. В этой команде кучу раз выигрывали, проигрывали. Поэтому, в принципе, уверены в себе. Карта не тяжелая. Мы начинаем за защиту. Поэтому, думаю, проблем не должно возникнуть. Хорошо, я не знаю, брали вы там, наверное, интервью по поводу вчерашней игры Кирчнет, но что случилось в матче с Кирчнет, почему так была сыграна первая половина, потому что я видел вторую, но первую не видел, вот 13-2. На Инферно в атаке вы сыграли, да? Да, ребята на самом деле показали высокого уровня Counter-Strike, поэтому было тяжело против них играть за атаку на Инферно. И на этом все. Ну вот мы с тобой общались в пятницу, и ты говорил, что Андрюха предупреждал, что команда в хорошей форме. Да, я слышал такое, поэтому это на самом деле сейчас будет серьезная как бы война, битва. Поэтому ребята показали, что они вчера, они обыграли нас, обыграли команду FX. Как бы это очень хороший результат, поэтому сейчас нам будет браться. Что, 2-3 сейчас будет или нет? 2-3? По три карты, в смысле. А, ну, я не знаю, может быть, конечно, и третья карта. Тем более с тем раскладом, что ребята хорошо играют нюк. Все может быть, посмотрим. Ясно. А вы вообще хорошо выспались сегодня? Кто-то там жаловался обычно? Нормально, мы выспались, с хорошим настроением, все отлично. Все, ребят? Можешь задать вопрос от Сеньки. Сеньки, как дела во Львове? Как дела во Львове, Сеня? Да все отлично. Сегодня ночью поеду туда опять на пару дней перед Казахстаном. Слушай, а как вы вообще определили, кому достанется костюм, который вам вчера подарили? Либо он командный теперь? Не, ну так как у нас один капитан или один менеджер, поэтому того, кто у нас один в команде. Есть еще один Маркелов. Да, есть один снайпер, один стрелок жесткий, Ванька. Надо брать, давать. На самом деле мы решили, что мы можем вообще этот костюм одевать все по очереди. То есть как бы здесь вообще с этим проблем нету. И кому он просто больше всех подойдет, тому он и останется. Все, договорились. Ребят, вам спасибо за интервью. Вы можете уже идти. Да? Да, я вас отпускаю. Сережа, привет, хорошее интервью. Самый вообще, вот мне больше всего нравится интервью Сережи Сарикса. Вы можете их в большом объеме найти в интернете, буквально на каждом сайте. Ну и теперь я попрошу, наверное, команду Кирчнет подойти ко мне, если, ребята, вам не сложно. Эй, Кирчнет, менеджер, кто-нибудь, все вместе. Не прячьтесь от меня, подойдите сюда. Ну, в общем, сейчас подойдут ко мне Кирчнет. Покажем вам Царского, который уже тут прокачал с утра тюрягу довольно плотно и получил там, не знаю, левел, не играл, не шарю, поэтому мне трудно сказать, как там дела у Царского в тюряге. Но, тем не менее, ждем Андрюху Блейда и его тиммейтов молодых. Также есть с командой менеджер Алерт, он также будет стоять за спиной своей команды, как и Zero Gravity. Ну, правда, у него нет своего костюма, и, конечно, нужно что-то придумать команде Кирчнет, какого-нибудь орла. Как вы не думали об этом? Что вам нужен костюм орла, как на матчах. Здравствуй, Блейд. Давай подождем, пока уже ребята все сядут. Царский подальше от меня. Алерт, ну нет на тебя места. Ты постоишь, да, с командой? Андрюх, да. Пару комментариев к вчерашним играм, ну и уже потом поговорим о сегодняшнем матче. Какими именно? Которые вы проиграли, наверное, в первую очередь стоит отметить. Вы проиграли две игры, одну из них ДТС и одну из них, по-моему, USSR, да? Ну, первую игру мы проиграли, потому что еще не словили свою волну, знаешь, игру. Морально немного не настроились. Вот. Ну и были не разыграны. Ну, они нас переиграли, но мы все равно играли не так, как мы можем играть. Вот. А проиграли арене, потому что арена играла действительно хорошо на Инферно. Ну,
сильно. Вот. А мы дали там 4 раунда, когда нас было больше. Там 2 в 3 они взяли у нас раунды. Вот. Если бы не эти раунды, может быть, был бы другой исход. Не, ну мы видели сегодня ДТС, они вот 16-14 смогли и у польской команды выиграть Инферно, то есть там все у них сильно. А, ну, с Тусканом мы уже определились, то есть Тускан повезло и с картой, и Кубал немножко завтыкал, ну и вы отлично сыграли. Ну, я думаю, команда такого уровня должна выигрывать любую карту у нас, правильно? Не Тускан или не Тускан? Ну, по сути, как бы вроде бы и правильно, но вы же тоже не этот, не какашки. Ты сравнишь опыт этих игроков, которых не были ни на одном выездном турнире, и опыт Afix, который играет одним составом 3 года, даже больше. Да. Царский он из Мариуполя только первый раз, по-моему, выехал. Это мой любимый игрок команды Kirchnet. Все, не обращайте внимания. А, Бондик. Как-то вот Бондик, вот он очень часто мне жалуется постоянно, вот что... Вот что-то не получается, что-то не так. Бондик, вот эти дни у вас, ты уже прочувствовал свою игру? Ну нет еще, только начался турнир, ну как начался, он всего 2 дня идет, да? У нас подготовка была там неделя, почти 6 дней, то есть как бы сложно подготовиться за такой период. Ну, вроде получалось вчера, когда словили волну, то есть ну, мы можем играть, когда мы хотим. Сегодня, думаю, будет желание. Вы хотите сегодня играть? Ну, я думаю, начнем, посмотрим. Ну, конечно, все хотят выигрывать. Как можно хотеть проиграть? Что, вчера уже раз обыграли Na'Vi, сегодня матчи. Вот по картам давай немножечко. Нюк, Inferno, Dust. В принципе, команду Kirchnet вроде бы все устраивает. Вот, ну, Inferno там непонятно, да, как пойдет. Первая Нюк, вторая Dust, третья Inferno. Тогда нормально. Ну, я думаю, надо выигрывать в Нюк. Если выиграем Нюк, то у нас появляются все шансы. Ну, на Dust все-таки можно сказать, что Na'Vi сейчас лучше всего, наверное, Dust играют. Ну да, я как заметил давно, что Na'Vi играют Dust 2. Чуть ли не лучше всех других команд в мире. Мало кто может играть на Dust 2 у них. Это за счет того, что у них очень сложные действия и понимание отличной ситуации. Ну как ты думаешь, вот, Блейд, за счет чего ваша команда может сейчас выиграть? Вот что вам нужно? Показать сумасшедший тимплей, потому что вот, по личному скиллу все-таки до опыта больше у поляков. Ну я думаю, если команда Na'Vi будет играть так, как она играет на чемпионатах мира, именно те Na'Vi, которые играют с огромной мотивацией, то она будет очень тяжело. Но я надеюсь, это будет не те Na'Vi. Вот. А мы можем показать, выиграть за счет самоотдачи, огромной самоотдачи. Игроки молодые, они не играют у себя дома, и нет какого-то, знаешь, такого волнения. Вот. Они могут за счет сильной мотивации и самоотдачи просто переиграть. Я думаю, только так. Какой-то индивидуальности личной, может быть. Главное, чтобы было морально команда была на уровне, не падала. Вот и все. Главное не поплыть, да, по ходу игры. Хорошо, ребят, вам успехов. Тебе успехов, Андрей. Удачи. Друзья, ну а что, команда Kirchnet занимает свои места. Я занимаю место на комментаторской, и я как понял, что уже вот-вот будет начинаться игра. Эту штуку, друзья, не волнуйтесь, уберут. Вы будете видеть ряды экрана команды Kirchnet. Ну а я пошел. Сейчас начну комментировать. Друзья, ну я уже на ХЛТВ. Сюда потихонечку заходят игроки. Мы здесь видим уже 4 игроков команды Na'Vi. Первое ХЛТВ, ребята с Kirchnet, могу вам подсказать. Первый сервер. Ну и, конечно же, будет интересная игра. Вот титр, друзья, это титр с прошлого матча, последнего 16-14 за FX. Сейчас мы его быстренько поменяем. И у нас уже пойдет немного другая игра. Natus Vincer, Kirchnet, полуфинал. Ну вот, в принципе, камера и готова, друзья. Еще так один должен быть веселый момент. Как только все зайдут на ХЛТВ, мы должны представить команды. И, конечно же, должна быть эпическая музыка, которая всегда помогает команде. Вот мне Паша Скиф должен подсказать, что же выбрала команда Na'Vi на этот раз. Вот это действительно интересно.
Ну что, ребят, я вижу, заполняется, кстати, как-то более-менее равномернее, чем в первом матче, заполняется все. Очень много бетов на Kirchnet, неожиданно. Ну что, напомню вам еще раз, второй полуфинал, начало вот-вот, команды уже готовы практически, остались тут маленькие технические нюансы. Пивной литровый бокал заполнен ставками людей на команду Kirchnet. Аквариум вот этот вот, единственный уцелевший, кстати, аквариум заполнен ставками на команду Natus Vincere. Ну, у вас еще есть буквально 2 минуты, чтобы сделать свои ставки. Напомню, первая карта, я так понимаю, нюк будет разыграна у нас Винчестер на 500 гигабайт. Есть за что побороться. Ну и напоминаю, что не просто так он будет разыгран. Нужно будет дать правильный ответ на вопрос от компании Western Digital. Ну и только тогда вы сможете получить свой Винчестер. Сейчас у нас тут последние технические неисправности будут пофикшены, и все будет ок. Скоро все начнется. Ну, ближе к финалу, конечно же, у нас будут призы поинтереснее. Кстати, также хотелось бы всем, кто нас смотрит в интернете, напомнить, что вот буквально час назад на нашем сайте, на Киберарена ТВ, появились результаты онлайн-викторины. Три счастливчика, которые выиграли свои винчестеры, также харддрайвы, могут зайти и проверить, повезло ли им, выиграли ли они или нет. Я точно не помню наизусть, кто там выиграл, но можно зайти и прочекать. Может, это были вы. Ну, лично я сам участвовал в этой викторине, к сожалению, затупил немножко, так что не получилось у меня выиграть. Что там у нас? Ждут уже команды. Но приходится нам также ждать, потому что не все у нас готово. Кто-то у нас ленивый. А, ну тот же мапул, абсолютно такой же мапул, как у нас был в первом полуфинале. То есть первая карта The Nuke, вторая карта Dust 2, третья карта Inferno. Ну, нейтральный такой мапул. Правда, на этот раз второй будет сыгран у нас Dust, а не Inferno. Ну, удивит ли нас еще раз Blade и его команда? Вчера они, напомню, переиграли Na'Vi в группе. Единственное поражение чемпионов мира во вчерашних матчах, в ничью, напомню, они сыграли с поляками, проиграли у Kirchnet, остальных три матча выиграли без особых проблем. Kirchnet выиграли две игры против, наверное, сильнейших команд этого турнира, против FX, против Na'Vi. Немножечко у них были проблемы в других матчах, проиграли они у DTS. Ну, посмотрим, справятся ли сегодня. Там какой-то тест звука у нас такой серьезный идет. Ну, а мы пока ждем. Докидывайте ваши ставочки, пока есть время. Были бы у меня, я бы тоже бросил обязательно, но мне не разрешают. Кстати, думаю, вы заметили, что выгоднее ставить за команду, которая не является фаворитом, поменьше народу бросает, но неизвестно, потянут ли Керчи еще раз Na'Vi. Два раза за два дня. Я вообще не помню, была ли вообще такая команда, которая бы два дня подряд обыгрывала Na'Vi за последних полтора года. По-моему, таких не было. И вряд ли еще скоро появится. Буквально 2 минуты у нас осталось. Сейчас я узнаю точно. Так, ну что, мы готовы. Команда Na'Vi, вижу, вон там стоит почти готова. И ихние оппоненты по правую сторону. Сейчас мы их представим.
Итак, финалы седьмого сезона Intel Challenge Super Cup по Counter-Strike. Международные финалы. Участвовало у нас изначально две российских команды, три украинских и одна польская. Осталось всего четыре на сегодня. У нас уже известен первый полуфиналист. Это команда Frag Executors из Польши. Сейчас состоится второй полуфинал. И в нем сыграют две очень интересных команды, известных нам, которые вчера уже сыграли в группе. Матч закончился очень сенсационно, потому что молодая команда под руководством бронзового призера ВЦГ, бывшего игрока очень многих топовых команд, Блейда, выиграла у Na'Vi. Не смогут ли они повторить этот успех сегодня? Итак, первый участник второго полуфинала. Молодая и задорная команда, которой очень нужна ваша поддержка. Прошу любить и жаловать. Кирчнет, Украина! Заняли уже свои места по правую сторону сцены Кирчнет. Ну и против них будет играть четырехкратный чемпион мира. Команда, которая, наверное, всей Европе уже очень-очень сильно надоела, потому что выигрывает все. Но нас они радуют уже полтора года. Парни выигрывают действительно все, что можно. Итак, четырехкратные чемпионы мира. Natus Vincer! Темная сила по левую часть сцены. Команда Na'Vi. По правую часть Кирчнет. Это второй полуфинал финального дня. Intel Challenge. Седьмой сезон. И я передаю слово Тафе, и мы начнем смотреть этот матч. Забыл сказать, аплодисменты команде Natus Vincer. Друзья, они уже на сцене. Скоро начнется матч. Кирчнет Na'Vi. Фантастический бой. Должен быть. И вот сейчас мы посмотрим, насколько готовы Кирчнет к такому противостоянию. Друзья, я уже на ХЛТВ. И мы потихонечку готовимся к рестартам. Первая карта, напомню, Денюк. Мы видим ребят из Na'Vi, они сейчас будут обсуждать вот последние моменты. В своей игре, вы видите, ребята стали... Традиционный круг обсуждают и... Ну, конечно, закричат свой мега-клич. Вижу цель, не вижу препятствий. Ну, а я уже на ХЛТВ. Ну, одного игрока нам не хватает. А, уже даже заходит сейчас и Созик. Додмен. Так он подписался на этом чемпионате. И совсем скоро пойдет игра. По-моему, уже все заняли свои места. И нам осталось только
буквально дождаться, наверное, рестарта, что ли? Ну, вроде бы там, вроде бы все готовы. Поэтому, друзья, включаю вам на экраны свой экран. Включаю HLTV, включаю CS. И вот тут уже на первой карте Денюк. И начнется самое интересное. Не часто мы видим игры Na'Vi на этой карте. А сегодня у нас такая просто фантастическая возможность посмотреть за Нюком. Ну и может быть не один раз, если у Na'Vi все удачно сложится в игре против команды Kerch.net. Ну что, друзья, я готов. Я думаю, команды также готовы и совсем скоро можно начинать. Поэтому давайте, наверное, зарядимся позитивными эмоциями и как-то будем готовы к тому, что сейчас мы увидим классную игру. Украинское дерби. Kerch.net, Na'Vi в полуфинале 7-го сезона Intel Challenge и его суперкубка. Ну, интереснее может быть разве что только финал, в котором уже находится фраг Executors. Ну, пошли рестарты. Как я понял, это, наверное, будут ножи. Может быть, кидали монетку. Ну, сейчас посмотрим. Слышим инфу. Зерыч говорит, собрались. И, по-моему, это, кстати, да, это уже без ножей. Уже определили монетку. Na'Vi защищаются, как я понял, да? Ну, а команда Kerch.net атакует. Да, все именно так и будет происходить. Поэтому уже смотрим за игрой. Люди в интернете, которые смотрят, друзья, делаю для вас такое объявление. Кто не смотрел до этого чемпионат, комментирую я без информации, без левой инфы. Фокус минус Есенин. Фокус минус, ну ладно, как хотите. Что, ребят, ну, достраивают вентрилы все, да, достраивают вентрилы, конечно. Это тоже отдельный скилл нужно прокачать, чтобы настроить вентрилы вот в таком шуме, когда особенно есть комментатор, вот такой человек, как я, который орет в колонки довольно часто, и это тоже все идет в микрофоны, и, конечно же, тут нужно немного по-другому настраивать, немного, ну, непривычно от обстановки играют команды. Ну, как непривычно, Na'Vi уже и Kerch.net неоднократно выходили на сцену. Сейчас будет рестарт. Уже теперь вроде бы все готовы. Сейчас смотрим. Да, все Kerch.net также готовы. Пойдет игра. Ну, и Kerch.net, и Na'Vi играли не раз на сцене. И значит, что все у них с этим нормально. Они уже не первый год выходят на вот такие матчи. Intel Challenge уже 7-й сезон. Поэтому у нас-то всегда были такие штуки, как выход на сцену, игра на сцене под такой довольно мощный шум. Ну что, начинается игра. Смотрим на карту. Показываю вам все важные моменты того, что будет происходить в этом матче. И уже какая-то инфа я слышал от команды Kerch.net. Так очень активно, по-моему, Бонник что-то говорил. Ну, сейчас увидим. Сейчас посмотрим за тем, что нам предложит команда Kerch.net. Быстренько так посмотрел всех игроков. Начинается перестрелка. Есенин. Первый минус в этом матче. Минус от Na'Vi. Есенин. Минусует он Блейда. Так, да, интересно, нюк, Na'Vi, конечно. Тут и не так много АВП можно использовать, и вот бонус Маркелова, хотя, я думаю, научится. Минус от фокуса, что это происходит? На Б был минус, крутой, и бородач остается. А кто у нас-то бородач? Ага, Созик подписался, бородач. Минус от фокуса, посмотрите, как легко-то отстреляли Na'Vi, 1-0. 1-0 в пользу Na'Vi. Но тут как бы все равно, я думаю, что легкая игра у Na'Vi может и не получиться. Хотя они вот удачно начинают в защите. Может быть, что-то из этого и выжмет команда. Кстати, вот только что ко мне подходил Старикс и говорит, слушай, Таф, а зачем ты говоришь постоянно про статистику? КС, говорит, это командная игра, и здесь важно, как сыграла команда. Конечно, все так и есть, но в любом виде спорта у нас существует статистика, поэтому я думаю, она всегда важна. Так, ну давайте посмотрим. Минус от Созика, минус Зевс, минус от Есенина, минус от Фокуса. Здесь перестрелка на улице такая, ну, не то что перестрелка, а отстрел на улице, я бы сказал. Там, да, первый минус был от Kerch.net, но потом
своими девайсами, конечно, придавили. Очень хороший фраг от Фокуса. И 2-0 в пользу Нави. Пока все удачно для украинских чемпионов. Ну, посмотрим, какой будет ответ от Блейда. Ну, еще, наверное, на что стоит обратить внимание. Вот мы очень говорили много про то, что Нави не играют Денюк, а я подумал, а Кирчнет, что у нас супер нюкера. Как часто играет команда Кирчнета и насколько удобнее ей играть на, тоже на нюке. Вот в этом вопрос. То есть, вот, понятно, допустим, другое дело, если был бы матч Нави и Фиксом. Понятно, и Фикс очень мощный нюк. А что мне скажут Кирчнет? Так, минус от Старикса, минус Царский. Первый фраг прошел только что. Так, ну вот это вообще очень прикольная штука. Нужен админ на сцене срочно, друзья. Админ на сцене. Просто вот у Нави просто произошло минус 3 в один момент. Сейчас, друзья, посмотрим, что же там случилось. И мне расскажут, мне тоже интересно. Выкинуло или не выкинуло, я так и не понял. Там сейчас какие-то проблемы у Марика, Есенина одновременно. Какая-то жесть. Сейчас вчерашний день вообще все было четко, никаких... Проблем у нас не было технических. Сегодня там была маленькая пауза. Но... Нет, вчера была одна пауза, по-моему, матча ДТС. Но там быстро все решилось. Ну, а вот сегодня... Ну, добавить это интриги к матчу. Счет пока что в пользу команды NATO Свинсер. Тут эко-раунды у нас проходили. Точнее, был один эко-раунд. И вот сейчас довольно интересная была ситуация. 5-4 Нави остались в большинстве. А вот теперь уже... Сейчас будем смотреть, что произошло. Так, минус Маркелов. Вот точно можно сказать, его у него тачка ребутается. Так, минус Есенин. Ага, минус 2 точно. Минус 2 точно у команды Нави. Да, вот я сейчас вижу это на сервере. Минус 2, Фокус, Старикс и Зевс остаются. И, конечно, будет очень такая щекотливая ситуация. Привет тебе, Скиф. Там уже ребутнули два компа. Короче, я типа сворачивался. Ну, я понял, пока еще ничего не известно, друзья. Но сейчас мне скажут, что будет дальше. Что случилось. Там даже не подвисли, там вроде альта было двоих игроков. И вот, как я понял, двоих только что ребутнули админы.
Ну, посмотрим. Посмотрим, чем это все закончится. Ну, в любом случае, полуфинал у нас будет крайне, я думаю, все-таки интересный. Финал будет вообще фантастический. При любых раскладах там уже и FX, и FX готовы рвать и метать, готовы выигрывать еще один титул в Украине. Они уже были здесь третьим на чемпионате Европы. Они выигрывали в Днепропетровске ДТС Кап. И, по-моему, два даже ДТС Капа они брали. Не первая, конечно, поездка для FX, и они в финале. Ну, а вот у нас решается второй финалист в украинском дерби, Керченет Нави. Я смотрю, сейчас Скиф решает вопросы с ребятами. Сейчас они смотрят, что происходит, что нужно сделать, что случилось, почему, что там вообще происходит. Я, если честно, не знаю, поэтому не буду вас обманывать ни в чем. Ту-ту-ру-ту-ту. Ну и работают бетсы, не забывайте. Правый аквариум кидайте и делайте ставочку на команду Нави. Левый кружка, зачетная кружка пива на команду Керченет. Ну и приз будет какой-то из ковриков SteelSeries, если не ошибаюсь. Его еще не принесли, но он будет, поэтому не переживайте. Ну это, друзья, говорю для тех, кто в Киев Киберспорт Арене. Тех людей, которые есть билеты, у них есть на них такие отрывные ставочки, бетсы, которые они вот на каждый матч ставят. И за одну, и за вторую, и за обе команды. Но там еще нужно, чтобы в рандоме повезло, и чтобы вытянули именно ваш билет. Тогда вы получите приз. Ну, мы по-прежнему, вот видим, находимся вместе с командой Na'Vi. Мы вот следим за тем, что происходит на их половине. Давайте посмотрим. Спокойно, Керченет, им нечего пока что особо переживать. Да, не очень удачное начало, но, по сути, вот, как бы, трагедии из этого делать явно не стоит. Только начало первой карты и только начало игры. Ну, а вот видите, Zero Gravity и Даня Зевс что-то активно обсуждают. Возможно, все тот же Денюк. Было бы интересно, конечно. Посмотреть еще и в финале на карту Денюк. Ну, там она, скорее всего, будет, потому что там играют FX, и против любой команды они могут выбрать спокойно эту карту. Но не будем, наверное, забегать вперед. Сразу же вернемся к нашему полуфиналу. И вот ждем того момента, когда вот ребята из Na'Vi там донастраивают Винтрила. Сейчас Маркелов, Сеня настроят, донастроят КС. И уже зайдут на сервер. Ну, счет в матче у нас был, друзья, 2-0 в пользу Na'Vi. Но вы видели, что там третий раунд довольно спорный был у Керченет. Поэтому я еще не знаю, чем все закончится. Сейчас будет и решаться, наверное. Может быть, решилось, я сам не знаю. Леш, можешь только камеру сделать не такую жесткую? Да, типа попрошу, Леш, пока вот нам чуть-чуть потемнее сделает камеру, а то тут прям аж светится. Команда Na'Vi у нас сейчас будет. Так, мне интересно, что здесь произошло. Ну, может быть, мне расскажут чуть попозже. Ту-ту-ру-ту-ту. Давайте поставим по какую-нибудь музыку.
Так, ну наш судья пошел отрывать кому-то руки, по-моему, и ноги. Атакуют нас сегодня, друзья, лютые хакеры. Что ж, друзья, я вернулся. Какие-то злостные люди вообще контролят по сети компьютеры Na'Vi.
Законтролили минус 2 просто, это вообще жесть. Вот поэтому я согласен с Тарасом Крафтиком, что нужно просто вырубать все вообще лишние процессы, особенно такой, как процессор админа. Да. Ну, так, сейчас мне Паша расскажет мне ситуацию, как только он-то ее пропишет. А, просто со счета 2-0 будет продолжаться игра. Да. Сейчас как раз, друзья, ну, расскажу вам все. Сейчас поменяются. Со счета 2-0 продолжится игра. Выставят командам Start Money. Сейчас будет модулироваться ситуация. И со счета 2-0 пойдет игра дальше. Да, такая вообще... Первый раз я такое вижу. Переборщили там, наверное. Нам было по чуть-чуть дергать мышку, так, чтобы не палевно было. А не просто тушить два компа. Команде Na'Vi. Ладно. Это все, конечно, хорошо, но... Хотелось бы уже насладиться КСом и замечательной игрой от команд в этом полуфинале. Напомню всем, друзья, что после полуфинала на... У нас в трансляции, ну, явно будет пауза до того момента, как команда, которая проиграет, освободит место FX. FX займут свое место на сцене. После этого будет финал у нас сегодня. То есть еще есть что посмотреть на стриме, есть что вообще обсудить и вообще чем поинтересоваться. Ну и, друзья, со счета 2-0 будет продолжаться встреча. Еще раз я напоминаю, пока тут отпустили паузу на сервере. Сейчас будут перезаходить, заходить, выходить. Прописываться деньги и пойдет игра. Сейчас мы посмотрим, как это будет сделано. Я готов, друзья, к чемпионату. Готов к матчам. И просто ждем то, что будет происходить. Так, ну что, у нас проставили паузу, и сейчас тут будет модулироваться все это дело. Как я понял. Значит, посмотрим за тем, что будет происходить. Нет, наверное, лучше включу вам камеру, так будет повеселее. Пока прорежиссирую немного, попоказываю вам, что будет происходить. Точнее, что происходит за вот, непосредственно на сцене. То, что делают команды. На это стоит обратить внимание сейчас. Так, вот тут решают, видите, тут перекрикивается, сколько у кого денег было. Решают экономику. Пашу Скиф вот обсуждают вместе с Зерочем из команды. Там сколько кому денег, кто куда заходит. Что делать? И давайте продолжать. Да, затянулось из-за паузы. Уже первую половину доиграли, наверное. Но что поделать? Бывают разные ситуации, поэтому вообще тема интересна. Люблю всякие нестандартные расклады. Посмотрим. Так, сейчас Зевс. Говорит, так, 2, 3 тысячи, 4. Так, им даем, у них не было столько денег. Или у них было столько денег. Короче, сейчас решится.
Да, там базар настоящий сейчас. Там, по-моему, торг пошел. К чему все сведется? Сколько денег дадут на Ави? 6500, 7... Шесть восемьсот. Вы бы еще 6750 бы уже свели. Все-таки сбили 200 баксов сейчас. С Нави. Ну хорошо, поехали. Вот теперь начнется игра, я надеюсь. Я тоже готов. Я жду как. Да, поехали. Что, отжимается пауза, друзья. Счет матча 2-0. В пользу команды Natus Vincer. И пошла игра. Пошла игра. Третий раунд этого матча. После небольшого веселой ситуации на сервере, когда законтролили просто двоих игроков Na'Vi по эрадмину. Злобные либо хакеры. Ну, я точно узнаю, наверное, после игры ситуацию, что вообще, что это было, как это произошло, и будем наблюдать за продолжением игры. Так, смотрим 2-0 пользу Na'Vi, смотрим за тем, что придумают Kirchnet, и смотрим, как уже будет защищаться Natus Vincer. Интересно, конечно, посмотреть за Na'Vi на карте Денюк. Вот мы видим сейчас... А, нет, все забываю-то, забываю я иногда... Что нельзя говорить, точнее, я всегда помню, но вот в последний момент себя останавливаю, чтобы вот что-то сказать. Не очень удобно комментировать, конечно, когда ты не можешь 70% нужных вещей говорить, но ничего. Сейчас разберемся. Но уже были какие-то встречи, уже были какие-то перестрелки. Минус от Блейда, минус от... Фокуса. 4 на 4. Маркелов. Блейд. Еще один фраг делает. На планте, по-моему, Маркелова убивают. Царский снимают. 9. И у нас фокус против двоих. Бомба установлена. Минус от фокуса. 1 на 1. Царский против Эдварда. Фокус. Берет раунд и берет, ну, уже третий раунд в этом матче. 3-0 в пользу Na'Vi, волевую закупку во втором, ну, не волевую, просто закупку в третьем раунде они выиграли, Natus Vincer. Ну, и вот теперь тут уже сложная будет такая начальная ситуация, такие отчет, но в любом случае скоро мы увидим еще несколько раундов на девайсах, и там уже приблизительно будет немножечко ясно, что у нас будет в первой половине на карте Денюк. Классно сыграл Эдвард. Выиграл ситуацию 1-2. Поймал игрока, который ставил бомбу. И потом уже хорошую ситуацию с Красным Царским разыграл. У Царского, по-моему, 16 кп оставалось. Минус от фокуса на улице. Минус от Зевса. Минус Блейд. Уже 5 в 3 ситуация для Na'Vi. Очень удачная. Минус от фокуса. Да, Маркелова эко не получается. Царский остается один. Долго его не могут убить, но вот сейчас наконец-то застреляли Царского. И это уже, друзья, 4-0 в этом матче в пользу Natus Vincer. Напомню, для тех, кто недавно подключился на наш стрим, это полуфинал 7-го сезона Intel Challenge и его суперкубка. И первая карта Денюк между Kirchnet и Natus Vincer.
Второй-то полуфинал. Первый полуфинал выиграла команда FX со счетом 2-0 по картам у DTS. 16-6 Денюк, 16-14 до Инферно. Вот на Инферно, конечно, была интересная борьба. И хорошую игру там показали DTS. Могли выиграть, но не судьба. Лорд их остановил. Бондик! Первый фраг делает. Ой-ой-ой, Старикс Маркелов. Такой жесткий размен. А, Блейд убивает у своего. Посмотрите, что произошло. И тут жесткий размен для Нави произошел. Даже не размен, а такой плюс. Минус от фокуса. И остается крутой у нас. Застреляли легко в этом раунде. Нави, Кирчнет. Как-то 10-0 статистику фокуса. 0-3-0-3. Крутой созик. Ну, это такое. 4-0. 5-0, точнее, счет в этой игре. И команда Нави пока что уверенно играет в защите. На том же всеми любимом нам Нами Денюке. Вообще, в принципе, в этом стиле-то и строилась Киев Киберспорт Арена. В стиле карты Денюк. Ракета до сих пор, друзья. Она есть, друзья, но она в третьем зале лежит. Минус от Есенина. Так, скрипнула дверь. Сеня еще фраг. Маркелов, Блейд все-таки застреляли. Сеню с глоков. Два минуса от Маркелова. И 4-0. Ну, у нас тут на сервере. И 6-0 в игре. Не забываем про первые два раунда, после которых был сделан рестарт и прописано старт-мани. Ну что, пора собраться. Кирчнет 6-0. Нужно им набирать раунды в атаке. Я уже говорил про статистику по выигранным-проигранным раундам на этой карте. И здесь такой довольно... такая справедливая ситуация. Но чуть больше атак вроде выигрывает раунды. Ух ты, как в дым-то залепили только что Есенину. Это Созик. Бородач подписался. Сразу Старикс отвечает. Где-то нашел Бондика на карте. По-моему, прошил, что ли. Ну, сейчас проверим. Выход, фокус, Маркелов. Два хедшота. Выход вообще не получается. Фокус, хедшот ставит. И жесткий прием от Нави без шансов. 7-0. Хорошая игра от Natus Vincer. Ну вот об этом я и говорил. То, что понятно, что Na'Vi не очень много играют карту Денюк. И ладно, давайте скажем, называть вещи своими именами. Они не играют Денюк, да. А вот играют ли Кирчнет Денюк, вот в этом был вопрос. И пока не до конца ясно. Ну в любом случае играть против Na'Vi, наверное, Нюк лучше, чем какую-то другую карту. Хотя вот если ты тоже не играешь Нюк, то, возможно, и на другой карте получилось бы получше. Возможно, это только начало, вот после которого все немного изменится. Минус Даня Зевс. На улице его поймал Блейд, поставил хедшот. Встреча капитанов. Минус от Созика. Там же, по-моему, где-то на улице сняли сейчас Эдварда. Сейчас пролечусь, посмотрю. Да, где-то здесь же. Вот, точнее, вот здесь убили Эдварда. За красным был минус ноль. Зевс в начале раунда крутой, хорошо поймал Старикса, и уже 2 в 3 Маркелов и Есенин, даже 2 в 5 точнее, извините, минус от Бондика, остался Маркелов. Вообще раунд пока без потерь для команды Kerchnet. Вот он тот самый первый раунд, возможно, который они сейчас возьмут. Бомб has been planted, Маркелов 1 в 5, и ситуация явно не очень выгодная. По-моему, нашли уже сейчас Маркелова. Затопил Марик одного из игроков. Но тут было уже сложно, да. С тремя хп, конечно, там трудно было что-то придумать. И первый раунд для Kirchnet взяли. Взяли Kirchnet раунд на нюке в атаке. 7-1 счет в игре. И еще 7 раундов. Прокидывает две. По-моему, там куча гранат прошла только что в дверь. Выход, не знаю, последовал или нет.
Так, минус от фокуса. Ух, Сойзик-то не разыграл ситуацию. Пробрался в 9, дал минус. Мог минуснуть и второго, но все равно Нави в большинстве. Фокус пришел на точку, тут же бомба валяется. И он просто два хедшота ставит Эдвард. И все, и раунд закончен. Классно, пробрался Сойзик через улицу. Там тайминги такие. За ящиком там не увидел игрока защиты. Прополз под 9, дал минус. Классно не стрелял, но вот что-то во второго не полетело. И, в принципе, наверное, главный момент был в этом раунде. Если бы там Сойзик минус 2 сделал и не отдался, то, конечно, были бы большие шансы на победу в этом раунде у Керченет. Но имеем то, что имеем. Один игрок у Керченет, это крутой. Его просто еще застрелял Эдвард. Сам очень уверенно минуснул. Сойзик сделал хороший фраг, нужный для своей команды. Ну вот сейчас Есенин. 8. Один счет в матче. Так, минус от фокуса. Минус от Сережи Старикса. Минус крутой. И тут Сеня помог Сариксу. Спокойно они сыграли этот раунд. 9-й, кстати, за Natus Vincer. Ну, по сути, как-то какая-то мало девайсов мы видим. Мало оружейных были шансы у Керченет. Причем не один раз они могли взять раунд. Но что-то там не везло, что-то не получалось. И, конечно, вот такое довольно хаотичное начало этого полуфинала. 9-1 в пользу Na'Vi. 17-1 статистика фокуса. Маркелов 11-3. Зевс 1-5. Это не считая первых двух раундов, не забывайте. Которых и происходили вот. Немножечко нестандартные ситуации. Ну, давайте смотреть за продолжением игры. 5-5, все живы. Не было у нас быстрых аркад. Это значит, что сейчас будет такой интересный раунд разыгран. Какой-нибудь от Керченет. Ну, какой сейчас определимся. Ну, говорить не могу, буду показывать. Смотрите, уже 45 секунд, а у нас со временем пока с часофрагами все туго. По-моему, еще не встречались игроки команд друг с другом. Возможно, там и кто-то кого-то прошивал. Я не знаю, честно, надо покажу все гранаты, все хелсы. Ну что, смотрим за раундом. Бондик минус, минус от Зевса. Блейд заходит хорошо на размене. Маркелову не получается сделать фраг. Фокус. Фокус минус 2. Фокус разменялся неплохо. Круто его минуснул, но все равно там... Преимущество у команды Керченет. Они вдвоем против одного. Сойзик вместе с Крутым сейчас разыграют эту ситуацию против Старикса. Вот уже были ситуации двое против одного у Керченет. Но в прошлый раз затащил Эдвард. Что получится на этот раз, мы сейчас узнаем. Старикс опять же против Сойзика и Крутого. Минус один. Один на один ситуация. Минус от Сойзика, да, не готов был, точнее, наверное, не думал Старик, что в девятке находится Сойзик. И второй раунд берут Керченет, 9-2. Ну, что-то получается временами, но, знаете, вот не хватает Керченет 2-3 раунда подряд, конечно. Бы взять, им было бы намного проще, но, увы, для Керченет пока шансов им не дают. Смотрим за продолжением игры. Давайте немножечко на фраги глянем. Ну...
Да, в Багдаде все спокойно, снова. Снова все тихо. Снова никаких фастов. Ну и в принципе, что, предыдущий раунд получился у Кирченет, почему бы не попробовать? Ну вот это в стиле Кирченет. Тут, конечно, есть другие проблемы, что если вот атаковать в последние секунды, то можно хорошее отфлешивание получить, потому что защита-то понимает, что когда остается 20 секунд, просто на обоих точек начинается просто откидывание флешек на то, чтобы атака ничего не смогла сделать и не просто не успевала ставить бомбу. Поэтому, ну, все-таки, наверное, ну, не мне советовать, но в любом случае, мне кажется, что последние, конечно, секунды не стоит атаковать. Это не всегда приносит успех. Вот сейчас хорош, снова Бондик делает первый фраг, минус Зевс. Или, по-моему, в прошлом раунде это сделал Сотик, ну, неважно. Ну, опять же, второй раунд подряд, первый фраг за Кирченет. Бондик, еще один фраг. Интересно, ну, минус от Маркелова. Ой-ой, Марик там упал, ушел каким-то чудом. И он видел, конечно, в девятке игроков Кирченет. Классно, сейчас пытаются комбинировать Кирченет. Бомба установлена. И смотрим за тем, что может произойти-то здесь, да. В принципе, пока что вроде бы ничего не может произойти. Что, минус от Царского? Взрывается бомба, еще один раунд для команды Кирченет, уже третий, 9-3. Ну так потихоньку могут что-то набрать Кирченет, и по сути они, ну, что-то начало получаться. Но, правда, все равно такой счет, вот сейчас в современном Денюке, конечно, атака много берет. И если вот не получилась атака, то, конечно, можно и не дозатащить. Это не трейд однозначно, и здесь все опасно для защиты. Продолжаем смотреть за игрой. Пока вот такой действительно медленный ритм выбрали Кирченет. И не зря вот они уже два раунда до этого взяли. И, в принципе, после этого как-то все получаться начало. Возможно, сейчас что-то еще придумывает Кирченет. Посмотрим, что у них есть в арсенале, какие тактики, что они вообще готовят. Так, минус от Царского. Первый фраг. Маркелов отвечает. Двоих Маркелов. Старикс минус. Марик в полете получает от Созика. И один Старикс против двоих остается. Минус делает Сережа. Все быстро происходит. И Созик. Ого, еще один раунд за Кирченет. Ну, вы смотрите, что они четвертый уже берут. 9-4. И у нас, по сути, всего лишь два раунда. Остается играть в первой половине команды. Нави, конечно, неплохо защищаются. Но мы видим, что сейчас Кирченет настроились на последние раунды. Они у них получаются. И это значит, что может получиться серьезная борьба. И во второй половине, опять же, многое будет зависеть от пистолетов. Напомню, Нави взяли пистолеты и улучшили еще свою статистику. Вообще, Нави и Кирченет вот две лучшие команды по итогам первого дня были после по пистолетным раундам. И вот теперь это процентное соотношение еще лучше сделали Нави после первых пистолетов. Но что будет во вторых, мы сейчас с вами увидим. И вообще, очень интересно посмотреть за вот таким вязким стилем от Кирченет. Сейчас глянем, как парни будут действовать дальше. Что, минус от Саликса на... Вот такой был фраг. Еще один фраг от Сарикса. Минус от Блейда. Зевс дигла. Созик минус Есенин. 3 на 2 в большинстве Нави. Маркелов. Классно сыграл. Ставит хедшот. Ну а тут, конечно, зажали.
Созика. Это 10-й раунд для Нави, друзья. 10-4. Последний раунд первой половины. После этого будет интересный пистолетный раунд. Конечно, очень важный для Кирчнет. Снова посмотрим на позиции, смотрим, кстати, по, что там, ну, по деньгам-то понятно, у Нави сейчас должен быть бай, и у Кирчнета, соответственно, они брали 3 раунда подряд в атаке, по-любому там должны быть какие-то деньги, и это ожидается, ожидается напряженный раунд. Даня Зевс, первый фраг, включился кэп, на улице был сделан, посмотрите, Созик его разменял, там снова, по-моему, партизана, режим партизана пытался включить, но Эдвард его сразу же здесь разменял на этой же позиции, не дал пройти в девятку, как это уже было. В этом матче Блейд хороший хэдшот ставит фокусу. Просто там даже шансов, наверное, не было дернуться. Сразу же попал Андрей. Хэдшот. И 3 в 3. От Есенина. Такой размен. Сарикс. Блейд против Сени. У нас дуэль. 21 секунда. И довольно интересная дуэлька сейчас будет происходить. Посмотрим за этой ситуацией. Ну, вы ее видите, да? Вы видите ситуацию. Приблизительно видите ситуацию по хилсам. Видите ситуацию по позициям на карте. И, конечно, тут уже все очень интересно. Может получиться. Минус от Сени! Два хп было у Есенина. И он просто чудесным образом отыграл. На длину ушел, его не ждал Блейд. Прочитал ситуацию. 11-4. 11-4 в пользу Нави, которая сейчас будут играть в атаке.
Сейчас начну применять туалетные штрафы. Ну, в принципе, друзья, вот-вот будет продолжаться эта встреча, как только команда Natus Vincere займет свои места. Вот те, кто в интернете сейчас могут наблюдать, у нас вот один Марик пока что находится. Сейчас все остальные ребята возвращаются и... Ну, это не тот человек, да, это... Зера, ты куда? А ну стой. Куда? Вернись. Все, замена в команде Na'Vi. Zero Gravity займет место Старикса. Ну что ж, друзья, ждем мы Сережу, и сразу пойдет продолжение. Вторая половина первой карты полуфинала 7-го сезона Intel Challenge и его суперкубка. Карта Денюк у нас первая, кто еще не знает, кто недавно подключился. 11-4 с таким насчетом выиграли Na'Vi первую половину, играя в защите. Ну и сейчас у нас смена сторон. И начнется вторая половина, так... Ну, да, теперь еще нужно будет дождаться, как Андрей Блейд зайдет у нас в КС, что-то у него с компьютером. И сразу мы восстановим игру. Наконец-то пойдет вторая половина. В принципе, тут снова, конечно, очень важный момент в пистолетах, потому что, ну, действительно, очень сложно выигрывать, когда ты проигрываешь два пистолетных раунда. Это практически нереально. Я говорю, что сейчас вот с каждым днем, наверное, значимость пистолетов... все больше и больше. Это действительно так. Мы вот наблюдали, особенно в играх топ-команд, конечно, это вот ощущается, что, конечно, когда команда берет два, то второй шансов, ну, не то что нет, ну, по-моему, я вот и не могу вспомнить последнюю такую игру, когда команда, проиграв два пистолетных, выиграла. Ну, я имею в виду там на полуфиналах, там, финалах каких-то крупных чемпионатов, вот из мощных матчей, я такого не видел. Ну, и... Теперь уже мы ждем парней из Kirchnet. Na'Vi уже заняли свои позиции, готовы. Ждем подключения остальных игроков команды Kirchnet на сервере. Да, сейчас Киев скажет вам пароль. Не переживайте, пароль теперь постоянно меняется, потому что сегодня уже у нас были бешеные фанаты, которые залетают на сервер и... подписываются как угодно, любым ником мочит попса. Ну и были уже и люди, которые по интернету пытались управлять компьютерами Na'Vi. Это тоже довольно веселый момент. Да, вот хотел я включить только что сообщение на своем экране, сообщение из игры, но я вижу, что у нас чат включен, поэтому я не решился на это дело. Ну что, ребят, мы ждем еще немножечко Kirchnet, там донастраивается Андрюха Блейд, донастраивает Вентрила, и пойдет вторая половина. Еще раз 1-4, счет первой карты. Не знаю, вот, ну, на нюке, как мы видим, что пока ничего, не очень хорошо получалась игра у Kirchnet, но вот вторая половина может быть совершенно другая, и, может быть, сейчас у них все получится. Но, опять же, очень важно то, что будет на пистолетах. Ну, и, как я понял, Блейд готов, Na'Vi готовы. Да пребудет с вами сила.
Рестарты пошли, первый, второй рестарт, все. Команды готовы, пятерочки похлопали и все, пошла игра. Пистолетный раунд второй половины, первой карты. Денюк этого полуфинала. FX в финале. И они уже, кстати, смотрят за тем, что происходит в этом полуфинале. Конечно, у них будет время, ну, может быть, какие-то выводы о игре будущего соперника, там, новую какую-то информацию, может быть, они найдут для себя и какие-то выводы сделают. Ну, это уже другая игра, о ней мы поговорим попозже, пока посмотрим, что у нас в пистолетном раунде. Какие позиции выберут, очень интересно, команды. Но мы уже вот... Мне вообще интересно вот все то, что будет делать, конечно, Нави на нюке. Это уже интересно для нас. Мы это редко видим. Всегда хочется посмотреть за этим. Так, минус от Царского, минус фокус. В пистолетном раунде падает Эдвард. И уже плюс один для Керчнет. Мы смотрим, здесь уже одновременно Зевс пытался пройти рампы. Блейд ему поставил хедшот. Ой-ой-ой, какой разрыв-то. Старикс и Маркелов остаются. Минус от Старикса. Пал Маркелов. Старикс Релот. Он мансуется. Нет. Вообще без шансов выигранная пистолетка за командой Керчнет. 11-5 счет в матче. Ну и вот теперь... Вот теперь, наверное, у нас более-менее интересная может пойти игра. Но ждем первых девайсов от Na'Vi. Ну и следим за командой Керчнет одним глазом. 11-5. Да, вообще, я уверен, что в финале мы тоже, возможно, увидим карту Денюк. Почему-то почти я на 100% уверен в этом. Ух, минус от Блейда. Минус от Созика. Крутой. Также делает фраг. Минус 3. Одновременно Керчнет, Бондик. Минус Старикс. Да, вообще, без шансов. Эко прошел Na'Vi. Ну, видимо, глоковый. Да, глоковый эко. Ни одного дигла. Все правильно по экономике. Но, тем не менее, даже фрага не получилось сделать. 11-6. Такой становится счет в матче. Ну и смотрим на карту. Смотрим на карту. Хотя давайте посмотрим на для начала на команду Na'Vi. Мне это интересно. Один момент. Вот, все, я его для себя уже понял. Ну и теперь будем смотреть за позициями. И как же будет защищаться Керчнет? Какую они стратегию выберут? Минус от Блейда. Минус от Блейда, по-моему, ворвался он вот сейчас. Да, на единицу пытались выйти, пытались сделать поджим и дали фраг. На улице Царский, СВП сработало. И втроем остаются Na'Vi. Ух ты, Созик на ходу, минус, минус два. Здесь же падает бомба, и фокус один остается против большого количества, против всей команды даже соперников. Все живы у Керчнет. Ну, один фокус. Тут крутой через дверь его минусует. Посмотрите, один фраг за три раунда у Na'Vi. Тут фраг Старикса, и уже 11-7 счет матча. Начинают тащить Керчнет, и это уже серьезная заявка. Посмотрите, 11-7. Я уверен, плюс мораль сейчас у команды появилась. Они начинают... сравнивать потихонечку счет, но вот идут к тому, да, 4 раунда между командами. Ну и пока не отдают раунды, играя в защите, это тоже немаловажный фактор. Конечно, нужно и побольше раундов взять, чтобы там запастись по экономике. Но в любом случае она хоть какая-то есть, что происходит. Минус от Блейда, минус от Блейда, Бондик, хае, крутой хае, и все, минус от Бондика, на рампах кто-то на единице всех и постреляли. 4-0, счет второй половины, 11-8, общий счет этого матча. И сейчас мы проследим, скорее всего, за еще одним раундом на оружие и попыткой от Na'Vi как-то изменить ход матча. И не то, что изменить, а, ну, додавить им нужно. Нужно распечатать нолик в графе взятых раундов второй половины. Да и вообще, вот четырем игрокам нужно нолик распечатать в графе фрагов. Один фраг за четыре раунда тоже не самый хороший показатель. Смотрим за раундом от команды. Мне, кстати, очень интересен еще один игрок. Я вам сейчас покажу. Вот.
Нет, не получилось. У Крутого Зевс его минуснул. Там очень прикольно стал Крутой в пристройке. Долго халдился, но потом его нашли. Бомба установлена. 5 на 4 в большинстве Нави. И вот теперь Царский в дым. По-моему, в дым просто попал в окошко. Там, я не знаю, как он там кого-то рассмотрел. Но минус Алекс 4 на 4. Зевс минус Бондик. На улице. Зевс, кто это? Зевс Есенин дал минус. Перестрелка от Зевса минус Царский. И, по-моему, один Блейд. Да, капитан Кирчнет остается против троих живых соперников, конечно. Это не просто. Минус от Блейда, минус один. Ну и уже дальше, наверное, он не успевает. Зевс и Есенин остаются в живых. После этого раунда взрывается бомба. Ну, Блейд также выживает. 8-0, кстати, статистика Блейда в защите. Ничего, раз не умирал ни разу. Ну и вот Маркелов, Фокус пока что не могут сделать фраги. 12-8. Первый раунд за Нави. В атаке. Распечатали они 0. И вот что им нужно, конечно, сделать, это взять еще один раунд для начала подряд. Ну, вообще им нужно перевернуть экономику. Перевернуть экономику, тогда они смогут быстро закончить игру. Но чтобы это сделать, нужно 2-3 раунда подряд выиграть. А это не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Не всегда просто, как мне вот комментировать. Игра это уже совершенно другое. Ну а теперь уже и Нави не форсирует события. Фастов у нас не происходило. Довольно аккуратно сейчас отыграли начало этого раунда. Вот помните этот момент в первой половине, когда Кирчнет начали слоу раунды катать, и у них начали не получаться, начало что-то выходить. Возможно, и у Нави как раз сейчас с медленным стилем что-то получится, но не факт. Смотрим за тем, что они именно будут делать. Минус от Зевса. Ну вот как-то была шинфа, там игрок вообще с плантом непонятно выходил. Зевс фокус, крутой Царский. 3 на 3 ситуация. Царский делает фраг. Нави в меньшинстве. Старикс уже нет. 2 на 2. Блейд и Созик, Старикс и Есенин. Плюс 20 секунд есть до конца раунда у Нави. Им нужно минус от Блейда, минус от Сени, минус от Созика. И берут раунд Керчнет. 12-9. Инфу, вышел, я слышу у Киричнет. Созик минус Старик, Зевс минус Созик. Крутой с хаешки снимает Маркелова. Блейд не попадает, его минусует Зевс, Царский минус Сеня. И 2 в 3 в большинстве. Ого, были в большинстве Киричнет, Зевс фокус. И остается один Бондик. Такая комбо харьковская. Бондик минус Зевс, 1 на 1 против фокуса остается этот парень. У него есть минута. Точнее, у фокуса есть минута. А у Бондика есть хедшот, он ставит фокусу, 0-7 Маркелов. Ну вот нету здесь, тяжело вообще играть на этой карте с АВП. Можно, я не говорю, что можно, не то, что там супер тяжело. Мы видим такие раунды и в АВП, в атаке и в защите от многих команд. Те же FX играют даже с АВП в атаке, и не проблема, не парятся. Но Нави пока склонны к тому, что играть нужно с девайсами, с автоматами, не со снайперской винтовкой. Там ни Старикс, ни Маркелов ее пока что не покупают. Ну, в атаке она вообще, по-моему, не нужна. Бондик минус Старикс. Да и в защите тоже тяжелая. Минус от Царского, минус Зевс, минус от Фокуса. С Глоков все-таки поймали Созика. Тут же Андрюха Блейд где-то рядом дал минус Фокус. Минус Дым, минус Маркелов. И еще минус Есенин. Он с Успа добивает. Ну, что? Что можно сказать? Одиннадцатый раунд для Кирчнет, 12-11, и преимущество всего лишь один раунд у Нави. Напомню, что вчера на Инферно в последнем туре группы Кирчнет обыграли Нави на карте Инферно, выиграв в защите со счетом 13-2. И потом Нави делали долгий камбэк, но в итоге-то проиграли два последних раунда и проиграли 16-14 минус от Царского на улице. И интересно, чем закончится. Минус от Старикса. Ого.
Все минус Старикс, минус от Царского. И тут уже 5 на 3. Ситуация. В Нави не получается сейчас атака. Даня Зевс. Пошел Созика. Блейд минус фокус. Ну что, у нас Зевс и Маркелов против четверых остались. Конечно, этим парням будет нелегко. Минус от Маркелова. Второй минус. Тут же был Бондик. Вроде бы такие позиции были у Киричны. Но что Маркелов-то он даже и не должен был и первого не ожидать справа. Там еще и второй оказался. И все равно Марик убил обоих. И вот теперь уже 2 в 2. Все резко поменялось. Благодаря Егору Зевс и Марик остаются вдвоем. 30 секунд до конца раунда. То есть, ну, можно сказать, да, что время есть. И тишина. Минус от Царского. И минус от Крутого. Нашел он в канале Зевса. Зевс его пытался уже пожать, хоть один минус дать. Кстати, Даня, 11-8 статистика, у остальных 3-2-2-2-2 у Нави. 12-12 у нас ничья, сравняли счет Киричнет. Ну и, опять же, по экономике, ну, им немного легче. Конечно, им должно быть немного легче. Они 8-1 выигрывают. Это уже серьезный показатель. 12-12. Все-таки пошла вторая половина для Киричнета. И действительно интересная концовка. Минус от Блейда. Там кто ж так долго не мог. Есенина не залетела. Зевс минусует. Созика. Равненько поменялись. Старикс, Зевс. Сразу два фрага от Нави. Не, вот, неудачно до конца отыграли Киричнет на поджиме. Вроде бы вначале дали минуса. Ну, возможно, и стоило отойти. Но решили продавить. Просто давить, так давить до конца. И неудачно отыграли. Но вот сейчас Крутой одного игрока отыграл. 3 в 2. Фокус минус Крутой. Ну вот теперь уже, наверное, почти все. Нужно проследить за Бондиком и посмотреть, что же будет делать этот парень и как он будет тащить. Нет, не получилось снять Маркелова. 11-14 и 67. Вот это ХП команды Нави. 13-12. Нави вот немножечко, немного спасли свою ситуацию. Взяли раунд в атаке, он им просто уже был необходим, потому что если бы сейчас отдавали и не ставили бомбу, то, ну, наверное, уже бы все, действительно, пришлось бы играть либо эко, либо волевой закупку. Ну и все равно борьба серьезная, 13-12 на Викерчнет. И это только первая карта, это только Денюк. Ну, многие, возможно, скажут, что это самое сложное вот для команды Нави, дальше все будет просто, но видите, что минус 2 от Созика прошло. Минус от Крутого. Взрывают Созик из хаешки. Смотрим. Минус от Крутого. И у нас остается один Маркелов против четверых. Это все ведет к тому, что, возможно, сейчас будет 13-13. И понятно, что там будет по экономике у Нави. Минус от Маркелова. Еще три соперника. Минут времени есть. Нужно, конечно, тут чудо сотворить, чтобы всех поубивать. Тут чудесным образом еще должны ошибиться Киричнет, чтобы отдать такой раунд. Но всякое бывает. Это КС. Тридцать пять секунд. Маркелов по-прежнему один против троих. Поэтому давайте за ним, наверное, и будем смотреть. Так, бомба установлена. Ух! Как-то залетело Блейду больно только что. Маркелов и Бондик. Бондик делает минус. Марик убил и второго. И вообще очень жестко отыграл раунд. Но не хватило. Не хватило фрагов, патронов, сил на последнего парня. И у нас по-прежнему ничья. 13-13. В игре очень напряженная борьба, очень сильно стараются сейчас Киричнет вытащить. И пока у них
все это дело получается. 13-13. По 3 раунда до победы одной из команд. И всего лишь 4 раунда до конца. Нужно брать 3 из 4. Тоже такой показатель. Опасный. Минус от Эдварда. Видел он еще, по-моему, одного игрока. Минус от Блейда. Минус Зевс. Минус от Смитсари. Ксения, да, делает фраг. То есть здесь что-то замес. Маркелов пришел туда-сюда тоже на помощь. Дал минус. Нави в большинстве. 3 в 2. Но ситуация... Очень интересно. Фокус. Как попал он. Как попал фокус. Бондик делает фраг. Маркелов разменял. И Нави, очень напряженная игра, конечно, наберут раунд. В таких напрягах, там все красные были просто у Нави, там уже все пополучали хедшоты, там через прострелы, на двери там кому-то прошили, по-моему, Маркелова пропечатали очень жестко. 14-13 в пользу Нави. Минус от Сени, слышу инфу. Нави, эко. Минус 4, 2 минуса от Зевса, Маркелов и Сеня. Ну что, вот вырвались вперед Нави. Два матч-поинта, 15-13. Все-таки в нужный момент взяли нужные раунды, заставили сливать Кирчнет и уже имеют в своем активе два матч-поинта. Причем казалось, что все крайне сложно и что вот-вот и Кирчнета смогут придушить, да, Натус Свинсер. Не тут-то было, 15-13. И два раунда, либо один до конца этой встречи. Ну, два раунда нужно тащить Кирчнет сейчас в защите. Для этого они, в принципе, играли эко-раунд, чтобы тащить. Бондик минус Сеня, Бондик минус Маркелов. Старикс минус Царский. Преимущество одного игрока. Созик минусует фокуса. Да что ж такое? Никак не могу поймать моменты с фрагами. Вот сейчас, да, минус от Блейда мы это увидели. И Зевс. 1-4, минус от Крутого. Уверенно сейчас отыграли раунд Киричнет, 15-14. Ну что, либо у нас овертайм будет на первой карте, либо победа Нави. Вот сейчас все и решится. Победа Нави на первой карте. Дальше у нас будет вторая карта. Дедас 2, если я не ошибаюсь, а потом Инферно. Размен. Слышали инфу. Да, Фленти слепой. Действительно, был слепой. Кирчнет, Зевс, Маркелов. Двое против одного. Блейд один. Зевс и Маркелов против него. Блейд, Зевс попадает. И Нави выигрывают первую карту в трудном матче со счетом 16-14. Действительно, напряженная встреча была, напряженная борьба. Я видел, Вилат уже там где-то был с микрофоном. Вилат, ну тогда пару слов возьми у ребят из Нави по первой карте. Буквально пару слов, а я как раз попереключаю здесь камеру. Раз. Да, классный получился матч. Очень классный. Даже сейчас пойду спрошу что-то у Зера. Может, он нам что-то расскажет. Или нам Кэпшот расскажет. Что? Правила бесят. Они бы не бесили, если бы я бы их знал, если бы они где-то были. То есть, если бы готовились заранее к нику, да? Да. Ну, вторая карта, думаю, таких проблем не будет. Не знаю, надеюсь. Ладно, удачи. Ну что, тяжеленный матч на нюке выигрывает Нави. Сейчас будет ихняя карта, сейчас будет им проще. И с моральной стороны тоже. Ну, кирчам, конечно, нужно подсобраться, а мы сейчас разыграем
Винчестер. Винчестер на 500 гигабайт от компании Western Digital.